Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мы будем рассказывать про вот такую моделечку Поляриса. Sportsman X2, 800-очка. Старенький такой, красивенький фермер. Интересная конструкция у него сделана, вот эта вещь. Володь, покажешь, как она открывается? Смотрите, суть какая, у него откидывается борт задний. Для того, чтобы посадить второго пассажира, ну так, загадание немножечко я подржавил. Ну да, тут даже видно. Опускается вторая сидуха, бабах, еще можно эту сидуху регулировать по высоте. Опа-на. Слушай, ну вот в фермерском хозяйстве такая вещь, конечно, удобная. И еще вот этот откидывается на немножечко. Опа-на, и вот так вот. Это все фиксируется. Чпонька. Опа. Угу. И немножко самосвал. И лопатой сгребаешь. Слушай, отличный бухловоз. И здесь у него... Странно, что сейчас зима, а он весь в грязи. Ну да, и еще у него задний диск свободного вращения. Ну, конечно, Полярис у нас любит изысками с вами под названием расположить в очень доступном месте аккумулятор. Вот так вот у него, короче, 4 ВД включается здесь. Подогрева ручка располагается вот в этом месте. Ну, про этот... Это один из немногих Полярис, у которого есть 2 на 4. Ага. 4 на 4 и АВД. Обычно у Поларисов только 2 на 4 и АВД. Угу. Вообще красавец какой. Вот это расположение лебедок у Поларисов, конечно, вообще классная штука. Высоко располагается, фактически воду не хлебает. За это можно им отдать должное. Но вот чтобы заменить ремень в поле, ребята, вас ждет уникальный секс. Снять вот это все, вот это попытаться как-то. Но вот выход вариатора у него идет, уже сделан здесь. Или вход, я хрен его знает. Володь, слушай, а как у него меняется ремень вариатора, скажи? Классный секс, да? Очень. Соответственно, вот любимая у Поляриса тема соединение одной части со второй. У меня здесь получается... Во, вот так включил. Вот этот подогреватель какой-то может быть. Ребят, кто знает, напишите, для чего вот эта штука. Я, честно говоря, даже понятия не имею, я не разбираюсь в Полярисах. Но сам по себе задний редуктор, смотрите, какую конструкцию сделал. Единая часть, походу, она с блоком с КПП, с мотором, да, идет с КПП? Ну, с коробкой, да, единая целая. Вау, вау. Рычаг закреплен аж, смотрите, как закреплен аж на редукторе. Интересная конструкция. Верхняя часть кронштейник идет. Тоже на редукторе закреплен. Очень, очень интересненько. Что у нас здесь с этой стороны? А, ну вот, получается, коробка и редуктор соединены в одну единую конструкцию. То есть, если вам что-то там крякнуло в редукторе, вы разбираете вместе КПП и сразу оно попутно смотрите. Вот эта тема мне знакома еще с РЗР-ок. Идет она, мозга пудрит постоянно. Вот. Вот, собственно, так это устроено. Бак у них располагается с передней части. Бачок здесь у нас стоит. Стандартная тема для поляриков. Ну, примерно вот такая игрушка фермерская. Слушайте, ну вообще концептуальная вещь интересная. Интересная на самом деле. В целях не просто покатух, а вот так для дела. Именно для дела, но дорогая, дорогая. Так, а как у нас спереди здесь? Спереди у нас здесь боль. Все в этом. Редуктор, кардан, наверное. А, Володь, кардан ты просто разобрал, у него валяется на земле, да? Кардан валяется у него на защите. Это ты, потому что, да, его подснял? Нет. Я ничего с ним не делал. Ты ничего с ним не делал? Нет, я к тому, что этот.
Потому что близко к раме. Во-первых, он близко к раме лежит почему-то, и он уже такой, по-моему, чутка это, как-то у него вниз все смотрит, это безобразие. Ну, его лет 10 не обслуживали. А, ну это бывает. Очень интересно. Polaris. Интересная машинка, на самом деле, в целях это. Ну, бардачок не буду открывать. В общем, ребята, вот такая тема. Кто знает, напишите в комментариях. Очень интересно, для чего это. Для чего? Я не знаю. Щуп для проверки. Масляный фильтр, с одной стороны, удобно его менять. Сливать масло не знаю как. Наверное, как стандартно у всех снизу где-нибудь. Прикольная тема, прикольная. Что у нас с этой стороны? Устроен как? Сюда заходят какие-то две фишки. Ага. Вот так вот. Вот такой красавец. Какой изгиб. С радика идет. Один, второй, третий. На соединениях идет. Все еще пока в заводском формате. Вот так вот выполнены фары. Да. Розетка прикуриватель есть. Ну, как-то так. Что, ребята, вот такая машинка интересная, реально интересная.